Всем привет! Вы на канале Саньки ТВ. Карантин продолжается, и мы все сидим дома. И сейчас я покажу, как делаются отжимания на возвышенности. Ну, в моем случае это на кровати можно делать, на диване, на стуле. Новичкам можно делать 15 раз, начинать, и каждый день поправлять по одному разу. Ну а кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч. Пока-пока!